Интересно, это сколько же такой гроб стоит? Ведь полляма, не меньше. Типа того, не поскупились. Угу. А горевали как-то не очень. Видел вдова? Да и дети не особо. Богатый типа уже не плачет. Да уж. Ну, хоть нам денег щедро дали. Ну и спасибо. Наше дело копать, остальное нас не касается. Извиняется, что не смогла прийти. Да не страшно, Лена тоже не смогла. Вы сейчас домой? Да. С Олей? Не знаю. Хотите, мы вас подвезем? Да нет, спасибо, я сама. Хорошо. Я позвоню. Поедем к вам? Не надо. Не сейчас. А твоя мама? Не знаю. Наверное, нам сейчас всем лучше побыть одним. Выпить хочешь? Ты что, совсем одна? Ну, я всех отпустила. Ну, тебе нельзя оставаться одной в этом доме. Я в порядке. А ты что, совсем этого не понимаешь? Оля не понимает. А где Оля? Я не знаю. С Олегом. Кто такой? Жених. Я узнал, что... Я узнал, что Кирилл переписал свой бизнес на тебя и на дочерей перед своей смертью. Это так? Нет, нет. Все не так. Или... Я не знаю, ну, может быть. За компанией Кирилла охотились. Теперь опасность угрожает всем вам. Нет. Его убили не те, у кого он отобрал бизнес и кого он боялся. Совершенно другие люди. Даже если бы мы уехали навсегда за границу, нас все равно рано или поздно бы нашли, потому что он какую-то информацию знал, которая могла уничтожить репутацию высокопоставленных людей. И как только он это понял, что им нужен не бизнес, а именно он сам, он просто подставился. И теперь, когда его нет, мы все в безопасности. Он нас просто спас, понимаешь? Не по себе мне от того, что мы не приехали на похороны. Так билетов же не было. Правда, когда чего-то очень сильно хотят, билеты появляются. И без билетов можно. Ты не очень хотела, Нина, если честно. Дело, конечно, не мое, но ты не любила Кирилла. Да что я там понимала-то, когда я замуж выходила? Переспали, забеременела. В белом платье в ЗАГС сходила, вот тебе и вся любовь. Потом деньги посыпались. Все любовь стали количеством подарков измерять. Машину купит? Хорошо. Квартиру? Значит, вообще обожает. А дом так просто с ума сходит. Веселые были времена. Да уж, веселые. Отец моей единственной дочери
так страшно погиб, а я... У меня даже ни одной слезинки. Я что, конченая? Может. Может, от того, что он тебя с маленькой Иришей бросил? Не знаю. Много я тогда думала об этом. Кирилл, он был такой успешный, такой сильный. А никто его не полюбил. Ни я, ни Милка. А ведь если бы он меня тогда не бросил, я бы тебя не встретила. Давай завтра к нему на кладбище съездим. Цветы отвезем. Съездим. Прости. Мне не надо было сегодня приходить. Нельзя ничего исправить, ты же понимаешь. Я любил тебя. Мне показалось, что ты не тоже. Не надо сейчас, пожалуйста. Представляешь, уснул. Даже не успел дослушать, что там случилось с Хельгой. Да, он в школе очень устает, быстро засыпает. А, понятно. А ты занята? Да. Слушай, а можешь захлопнуть сам дверь, когда пойдешь? Да, конечно. Угу. Но я хотел с тобой поговорить. Говори. Переживаешь, что Оля замуж выходит? А нет, наоборот, я очень рад за нее. Прошла эта безумная страсть, да? Маш, прекрати, пожалуйста. Слушай, даже если я виноват в том, что тебе пришлось ревновать... Хорошо, я виноват в том, что тебе пришлось ревновать. Хотя, согласись, очень глупо ревновать к романтическим мечтам. Согласна? Понятно. Не согласна. Но на развод-то подала именно ты. И теперь я приходящий отец, а ты у нас женщина в поиске. Очень среднего качества картина. Я не в поиске. Мне одной хорошо. А зачем ты мне врешь? Ты же не одна. Маш, приходя со своих свиданий, ты очень мало похожа на счастливую женщину. Прекрати. Это отвратительно. Ты ни одного дня меня не любил. Ты хочешь сказать, что ты не слышал, как я рыдала? Ты думал, я светилась от счастья просто в нашем браке? Что ты молчишь? Да, я живу одна с ребенком теперь. Маш, я хотел сказать, что... Что ты хотел сказать? Дарили что-то. Значит, теперь в твоей жизни начнется новый этап, и ты будешь получать много-много разных подарков. Не начнется этот новый этап. Вернусь домой, рожу, и не до подарков будет. Ну, значит, мы сейчас накупим тебе столько, чтобы потом надолго хватило. Ты меня кормишь, за гостиницу платишь, по врачам таскаешь. Ты чудная. Другая бы уже давно меня на вокзал отволокла, или квартиру сняла, или вообще отправила подальше своего жениха. Отправлю, отправлю. Сейчас одену тебя и отправлю. Почему ты не ревнуешь? Ну, а почему я должна тебя ревновать? Ты у меня Олега не уводила. Ну, а если бы он увидел тебя с животом, он бы приехал к тебе в Новоторск и подарил бы тебе кольцо. Это только в кино так бывает. Хлоп и кольцо. Ну, смотри, какое платье. Коктейльное. Какое? Ну, коктейльное. В нем можно ходить в бары, в рестораны. Девушка, положите, пожалуйста, в примерочную. Оль. Я себе клянусь, я вас с Олегом не потревожу.
Уеду домой, и все с концами. Вы обо мне не услышите, веришь? Ты какая-то сумасшедшая. Я думаю, если спросишь у него немного денег, он тебе в любом случае не откажет. Это ты сумасшедшая. Да, ну ты хотя бы спроси. Он добрый человек, ты про это прекрасно знаешь. Нет, нет. С тобой позавтракать, я все забыла, да? Да. Сейчас быстро все сделаю. Леонид дома? Нет, он на работе. А ты все спишь? Ну, у меня уж выходной. Как Даня? Данечка стал Климову привыкать. Знаешь, как он его называет? Как? Дед Клим. Как тебе здесь? Леничон? Игорь знает? О чем? Про вас с Леонидом? Нет, не знает. Он заходил пару раз. Спрашивал обо мне? Нет, он уже деликатный человек. Нет, ему просто неинтересна моя жизнь. Что ты от меня хочешь? Я не хочу, чтобы ты еще раз ошиблась. Ты уже вышла замуж за человека, который тебя не любит. Сейчас ты с мужчиной, которого не любишь ты. Откуда ты знаешь, что я его не люблю? Маш, я вижу. Я устала. Устала ревновать. Ждать, когда он меня бросит. Каждый день я живу, жду, когда он меня бросит. Это же невозможно вынести. Просто пожалей меня, мам. Маш. Дурочка ты моя. А Данька? Я не знаю, если он Леонида не полюбит. Что не полюбит. У Дани есть отец. Живой. Да. Я у него отца никуда не забираю. И ему нужна счастливая мать. Счастливая мать, счастливый ребенок. Да. Будешь кофе? Да. Тебе кофе с сахаром? Нет, конечно. Ты не скажешь? К одной моей знакомой. Она остановилась в гостинице. Знаешь, я снова позвонил и перенес регистрацию. В ЗАГСе очень удивились. Сказали, что в ближайшие недели у них осталось свободное время только по утрам. Мне кажется, что слишком мало времени прошло со смерти папы. Мы же не собираемся устраивать торжество. Посидим, тихо, спокойно отметим. Или ты хочешь свадьбу с белыми конями и фейерверком? Нет, не хочу. Так давай больше не переносить. Приедем и расписываемся в следующий вторник в 9 утра, хорошо? Да, хорошо. Посмотрим. Оль, меня беспокоит то, что ты становишься совладельцем компании с таким трагическим бэкграундом. А бэкграунд — это что? История, Оленька. Я бы хотел, чтобы ты отказалась от доли фирмы своего отца. Голодать мы не будем. Да, хорошо, но я думаю, тебе все равно лучше поговорить об этом с Ирой.
Здравствуйте, а ваша подруга уже уехала. Как уехала? Когда? Часов 8 утра, я только на смену заступила. Там уже убираю. За вещами пришли? Ну что случилось-то? Почему она уехала? Да откуда же я знаю? Вот только на кровати записка была. А вещи-то что с ними делать? Ну, возьмите себе. А что с предоплатой? Поставки от 24 числа, совершенно верно, да? И когда будет? Она уже уехала. Я перезвоню. Что, подруга? Не понимаю, школьная? Нет. Можно с тобой, пожалуйста, на пару дней съездить в Новоторск? Новоторск? Зачем тебе Новоторск? Я не понимаю. У меня там было производство, это дыра полная, я знаю. Пожалуйста, но... Ну, пусть это будет наше с тобой свадебное путешествие до женитьбы. Все спокойно, спокойно. Пусть будет. Ты же понимаешь, что это не Париж совсем? Ну, я тебя очень-очень-очень тебя прошу. Ну, хорошо, хорошо, пойдем. Только сильно. Спасибо. Няню наконец нашли. О! Угу. Она очень крутая, я ей очень довольна. Шумаков постарался. Ну, то есть он поймал всех убийц, теперь ищет нянь? Ну, можно и так сказать. Она проходила у него свидетелем по одному делу. У нее страшная проблема в семье. Вот она приехала в Москву на заработки. А что у нее за проблема? Ой, там у нее мама инвалид. Нужен постоянный уход за ней. Настя сначала, сразу после школы, пошла работать на завод. Потом завод обанкротился, Настя осталась без работы. Вот. И она решила оставить маму на тетку и приехать в Москву. А мы с Олегом завтра едем в Новоторск. В Новоторск? Угу. Да ладно. Вот это совпадение. Наша няня как раз из Новоторска. Представляете? А ты-то что в этой дыре забыла? Ничего. У Олега там какие-то дела по работе. Оль, а вот знаешь, у меня к тебе очень конкретные дела, которые я, к сожалению, без тебя решить не смогу. Мы с тобой должны сесть и все обсудить подробно по поводу отцовской фирмы вместе. Ир, ну ты ведь знаешь, я в этом вообще ничего не понимаю. Давай ты сама все решишь, и как решишь, так все и будет. Хорошо? И тем более Олег просит меня отказаться вообще от доли фирмы отца. Оль, если ты думаешь, что мне этим тоже хочется заниматься, ты ошибаешься. Это точно так же мне неприятно, как и тебе, но мы с тобой должны. Ира. Что, Ира? Ну ты чего? Ну какой из Оли бизнесмен? Ты сама подумай. Ты юрист. Ты сама примешь правильное решение. Оленька же у нас не для этого создана. Да? Ну ладно. Хорошо. Но мое предложение может вам с Милой не понравиться, я предупреждаю. Маме все равно наплевать на фирму. Так, девочки, все. Хватит о делах. У меня вообще, между прочим, новость для вас. Ну-ка. Мне Леня сделал предложение. Да ладно. Я согласилась. Да ладно. Думаешь, ты сможешь с кем-то жить, кроме Игоря? Еще как смогу. Мне кажется, он тоскует очень по тебе. А мне кажется, он не по мне тоскует, а по привычному ходу вещей. По котлеткам, супам, по преданности моей собачьей. Вот почему он тоскует. Маш, мне кажется, ты все равно лучше мужа, чем Игорь, для себя не найдешь. Оль, помолчи, а? Ну, ничего страшного, Вер. Я же тебя, Оль, больше к Игорю не ревную, правда? Дела прошлые все.
А теперь я буду счастлива и любима. Да. Мы все, девочки, будем счастливы и любимы. Ведь мы этого достойны. Ура! Сереж, привет, это я. Ну, чего там у вас? Она легла спать? Прошу. Я скоро приеду. Скоро приеду. Да, слушай, ты знаешь, чем занималась фирма отца? Нет, нет. Тут никто ни черта не производил. Они находили компании с финансовыми проблемами, банкротили их, потом за копейки выкупали, а потом перепродавали. Сережа, я не нервничаю. Я просто взрываюсь от злости и стыда. Мы все пережили гибель вашего отца, Ирина Кирилловна, как личную потерю. Мы столько лет работали вместе, и вдруг буквально осиротели. Коллеги меня поддержат. Мы все сегодня утром ехали сюда, как на праздник. Спасибо вам за светлую память об отце. Мне бы хотелось услышать от каждого из вас, как вы видите будущее компании. О фермах. Ну, я лично надеюсь, что когда высохнут слезы и придет смирение от этой невосполнимой потери, наша фирма будет так же успешно работать, как всегда, и когда ваш отец, Ирина Кирилловна, посмотрит на нас с небес. Я изучила некоторые документы в кабинете у отца, но этого мне недостаточно. Мне нужны полные финансовые отчеты по этому и прошлому году. Завтра утром отчет будет у вас на столе. Или я такси вызываю? А карета подана. Вот уже. Опа! Ну что? Ну, тебя целиком съели или только покусали? Я, конечно, не занимаюсь экономическими преступлениями, но, поверь мне, там собралось настоящее кудло, хоть на каждого дело заводи. Такую компанию проще сжечь. Ну, конечно. Самый дружный коллектив из всех, которые я когда-либо видел. Да. Весело и вдохновенно занимались мародерством. Сереж, я не знаю, что вот делать. Вот я влип. Женился по любви, а тут это наследство. Ну, а что Оля думает? Да ничего. На меня надеется. Ну, хорошо. Хоть она не будет видеть этих змей. Ну, все. Да все. Ну их черт, я ну, даже все, не хочу все. Думать о них. Уволю всех. Все. Наберу новую команду, решу, что ну, делать. Ну, все. Кстати, Оля едет в Новоторск. Ты напомнишь, чтоб я Насте сказала, у нее там мать живет. Может, это передать надо? Ну, конечно, напомню. А чего она едет туда? Не сказала, темнит. Ира, мы когда-нибудь будем жить с тобой нормальной, человеческой жизнью? Будем, но позже. Ясно. Сразу становится известно в школе. Какие вещи? Ссоры в семье. Развод. Так. Да, я понимаю. А это как-то да не мешает учиться? Еще как. Вы помните, какой он пришел? Симпатичный, способный, милый мальчик. А сейчас он уже не милый? Я прошу вас, не придирайтесь к словам. Я здесь с 8:30 уроки даю, а сейчас 8:00 вечера. 12:00 попробуйте стоять на ногах. Вы меня, конечно, простите. Я очень люблю детей всяких. И милых, и немилых. Мне их жалко. А вам просто так удобно. Вам так хорошо. Вы спросили у Дани, как он переживает? Вы знаете о его страхах? А вы поговорите с психологом. У нас очень хороший психолог. Вы поговорите. Я поговорю. Да так, простите, он стал хуже учиться или как бы... В чем проявляется? Он очень плохо усваивает новый материал. Он невнимателен. У него голова забита чем-то другим.
Он устает, наверное. Нет, нет, он наоборот попросил в спортивную секцию записать. Пойдем. Это все? Не ищите, пожалуйста, легких путей. Спасибо, спасибо. Не будем. До свидания. Ну и что будем делать? Ничего, больше уделять ему внимания. Я думаю, эту учительницу преувеличивать. Да, нехорошо с бабушкой, с дедушкой. А твой новый муж, думаешь, будет хорошим отцом Дани? Он не будет отцом Дани. У Дани есть отец, это ты. А Леня хороший человек, он будет ему неплохим другом. Маш, я очень виноват перед тобой. Ой, не надо, пожалуйста, я тебя умотрю. Ты меня все равно выслушаешь. Хочешь ты этого, нет, мне все равно. Да, я дурак, я на тебе женился, не успев тебя полюбить. Да, и хорошо, я не смог этого скрывать, но потом были годы, когда ты, я и Даня, мы стали семьей. И другой у меня нет. Ничего страшного, у тебя же все впереди, будет другая семья. Столько времени впереди. Все сделаешь нормально на этот раз. Сначала влюбишься, потом женишься, а потом родишь ребенка, которого, скорее всего, будут хвалить в школе. Мы семья. Сейчас все разрушим, и что? Тебе никто не даст гарантии, что с твоим вот этим вот сейчас, который... Леонидом. Будет... Леонид, такое простое имя, которое так просто запомнить. Да какая разница, ломать не строить. Мы семья, и неизвестно, будет ли у вас с ним все хорошо. Понимаешь? Чего ты не хочешь попробовать еще раз? Мы врачи. У нас общие привычки, мы прекрасно знаем друг друга. Даня хорошо, только когда мы оба рядом. Это факт. Он все время рисует. Ты, я, посередине он. Все улыбаются, не так? Так, Маш, так. Тебе никто не даст гарантии, что с твоим новым Леонидом, даже если он сделан из куска золота, все будет прекрасно. И что он будет хорошим отцом Дани. Я поняла, ты хочешь вернуться? Да. Ну, потому что у нас общие привычки, общий ребенок. Давайте переженим всех врачей с общими привычками. У нас будет столько замечательных, счастливых семей, правда? Слушай, я тороплюсь. Сынок, а что с тобой такое? Я волнуюсь. Ты в школе вообще не стараешься. В бассейн не хочешь ходить. С Митей перестал дружить. Вы поссорились? Не поссорились. Просто я к нему прихожу, а он со своим папой в шашки играет. Я ушел. Ну, зачем ты ушел? Ну, вы же могли по очереди играть, правда? А ты знаешь, что дядя Леня тоже в шашки умеет играть? Вот я ему скажу, вы вместе поиграете. Скажи ему лучше. Что? Чтобы он ушел совсем в свой дом. Ну, да, ну так нельзя. Мы с твоим папой ей больше не хотим жить вместе. А дядя Леня, он скоро станет моим мужем. Пусть он не станет твоим мужем. Твой муж мой папа. Мой папа! Прости, сынок, не кричи. Давай спокойно. Мамочка, что? Я обещаю, что я буду очень хорошо учиться. Я тебе обещаю. Я выучу все стихи. Буду как Митя громко их читать. И тебя будет за меня гордо. Ты мне золотой. Полюби опять папу. Полюби. Полюби. Опять полюби, пожалуйста. Хорошо. Ты хотела здесь перестановку сделать? Передумала? Да пусть остается, как было. Можно мебель поменять. Ты надолго уезжаешь? Не знаю, дня на два, на три. Там у Олега дела? Нет, просто так. Оль. Я Илью люблю. Я уверена, что он тебя тоже очень любит, и все у вас будет хорошо. Но я боюсь, что в глубине души он меня вообще никогда не простит. Ему не на что тебя прощать. Он минуты считал до освобождения, а потом вышел и узнал, что я к мужу вернулась. Такой не прощает. Мам, и что бы я сейчас ни говорила с... Мам, ну ты столько всего сделала для того, чтобы он и я оказались на свободе. Ты достойна счастья. В твоей жизни его было не так уж и много. Я очень счастлива сейчас. И за тебя я рада. Такого замечательного человека встретила.
Все об этом мечтают, а достался он тебе. Детский отдел. Завернем? Конечно. Ух ты! Ты гляди, какая красота, а? На, берем? Берем. Ой, чудо. Я с Данькой буду заниматься. Я буду с ним книжки читать. Так он читает и не особо любит. Мультики все смотрит. Плохо. А мы будем читать. Хорошо. Слушай, может, ты сначала Даню получше узнаешь, потом будешь что-то покупать. Это же для девочки все, для твоей девочки. А о чем он мечтает? С отцом на рыбалку пойти он мечтает. Извини. Здесь. Оля, ты на каждой странице расписываешься по-разному. Здесь. Ну, я же не звезда, я автографов не даю. Поэтому у меня нет своей подписи. А здесь будет вот такой хвостик. Здесь. Слушайте, вы серьезные документы подписываете? Вы хоть понимаете, от каких денег вы отказываетесь? Милочка, у нас было достаточно времени все взвесить. Мам, ну тем более ты же первая, от чего сама отказалась. У меня на то были веские причины. А вы меня по-хорошему удивляете. Оль, скажи, ты точно хорошенько все обдумал, верно? Да, но думать — это дело твое. Поэтому как все ты решила, пусть так все будет. Здесь. Спасибо, конечно, тебе, сестра, за доверие. Здесь. Но мне кажется, тебе пора повзрослеть и начать серьезнее относиться к проблемам. Вот здесь. Ну, а смысл? Не всем же быть такими умницами, как ты. Какая ты красивая. Спасибо. Куришь? Нет. При ребенке, чтобы не курила. Да не курю я, и дыма вообще на дух не переношу. Ты с девочкой хоть гуляешь? Во дворе, в парке. Просто по улицам ходим, на дома смотрим. А дома? Чем ты с ней занимаешься? Играю, не знаю, танцую, пою. Показать? Да. Пожалуйста. Отлично танцуешь. Фигура у тебя потрясающая. Девочка, между прочим, кушать хочет. Вы хотите покормить? Разумеется. Хочу, я же бабушка. Что у нее на обед сегодня? Сейчас принесу. Че бесишься? Только это моя дура дочь могла нанять такую няню. Брось. Она прикольная. А тебе больше нечем заняться? Ну ладно, пойду на балкон. Надо пару звонков по работе сделать. А то мне монтаж тормозит. Вот. Фартук она не дает надеть. Так что без него кормить.
Тише, ты моя маленькая. Тише, моя хорошая. Тише. Ой, боже мой. Ну, что же это такое? А Ирина Кирилловна говорила, вы официально женаты? Так и есть. А у тебя комплексы? Какими именно? Ну, типа молодых девушек боишься. Не боюсь. А чего вас бояться? А что тогда на бабушке женился? Никому не скажешь. Могила? Я женился на ней, потому что очень сильно влюбился. И сейчас люблю. Вот такой у меня комплекс. Жениться только на той, от которой голову сносит. Понятно. У меня от моего тоже голову сносит. А вот одна. Что, я тебе жениться не захотел? Захотел. Просто человека сбил на машине, теперь сидит. Да что же это такое-то? Да. Жалость лица убрал. Мне осталось ждать 5 месяцев. И все. Все будет. И кольцо, и платье. И детей рожу. 3. Одного с другим подряд. Да. Пожалуйста, собери там, вынеси ей, что хотела. Хорошо. Смотри, какая штука у меня есть. Так, все положили. А Мишу одного дашь? Маме отправим. Можно Миша пойдет к моей мамочке в больницу? Ей там грустно одной болеть. А с ним повеселее будет, да? Мой сладенький. Хорошо? Ну, все. Подержи, пожалуйста, немножко. Я Полю. Маленькая. Да перестань ты липнуть к этой бандитке. Ты кого имеешь в виду, Настю или Киру? Ты прекрасно понимаешь, кого я имею в виду. Она еще и бандитка. Ты, между прочим, всего не знаешь. Мне Ирочка моя, она рассказывала, чем она там занималась. Ну, раз уж ей наша Ириша доверила ей своего ребенка, то тебе вообще не о чем волноваться. Ну, конечно, мне не о чем волноваться. Что за странная машина? Старая моя. Не хочу убивать новую. Здрасте. Привет, Настя. Вот. Мама дома или в больнице? Надеюсь, дома. Ну, ты на всякий случай скинешь оба адреса, хорошо? Ага, ты скажи, что у меня все окей, ладно? Пусть там не волнуется. Хорошо. Ну, я побежала? Давай. Ух ты. Если бы у меня был ребенок, я бы хотела такую няню. У нас будет ребенок, но у нас будет другая няня. Бывший педагог, такая, знаешь, в классическом стиле. Олег, я не хочу поднимать эту тему. У нас с тобой не будет детей. Все, между прочим, все, как и ожидалось. Ой-ой-ой. Просто я становлюсь старше, а ты смотришь на этих ярких, юных. Когда-нибудь в один прекрасный момент ты уйдешь к одной такой от меня. А я боюсь, что ты, наконец, увидишь, что я не очень успешный. Что меня часто кидают. Развернешься и уйдешь к серьезному мужику. Ты же знаешь этот мой страх. Да все бы мужики одинаковые. Тот, кому еще нравятся красивые женщины, является мужчиной, а не манной кашей. Да? Ты моя хорошая. Не плакай. Все. Мы спать пойдем, нам пора спать. Не мое дело, Ясенпень, но я все-таки скажу. Вы не лично от меня подлянки не ждите. Я безопасная в этом плане. Но вы ведь сама с ребенком не справитесь, правильно? Ну, это же видно. Так что в следующий раз ищите няню какую-то пожилую или там с внешними уродствами. Ну, типа лысую или без зубов. Окей? А то возьмете опять такую молодую красавицу, как я, и мужа у вас выйдут. Извините, конечно, за правду. Всем вам я рекомендую искать работу. Компания будет ликвидирована. Надеюсь, вы шутите, Ирина Кирилловна? Ирина Кирилловна, вы человек недостаточно опытный. Вы не имеете права брать на себя... Имеет.
Простите, не представился, а Шумаков Сергей Павлович. Следователь Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москва. И по совместительству муж Ирины Кирилловны. У вас у всех будет 2 оплаченных месяца для того, чтобы решить свою проблему. Я надеюсь, что каждый из вас найдет достойную работу. Для того, чтобы утром возле зеркала у вас не возникло желания плюнуть в собственное отражение. И, как говорится, чтобы собственным детям было не стыдно в глаза посмотреть. Да я лучше бы 3 суток за преступником гонялся, чем такое совещание проводил. Нет, я, конечно, понимаю, там на каждом пробы некуда ставить, но все равно их как-то жалко. Им же возвращаться домой надо, понимаешь? Супруги говорят, что их с работы турнули. Сереж, да утри ты слезы. Они столько наворовали, что надолго хватит. Да. Теперь я понимаю, что я тебя совсем не знаю. Совсем. Чего ж ты обо мне не знаешь? Ты так легко расстаешься с огромными деньгами. Ну, положим, когда я продам активы компании, денег будет достаточно. Кстати, надо понять, что с этими деньгами делать. Так. И в каком направлении ты думаешь? Ну, я подыскиваю подходящий благотворительный фонд. Ты смеешься. Да так, ничего. Опять остались без холодильника. А он, кстати, протекает. Мастер, я уже вызвала. Ну, иди сюда. Это отель, да? Да, это отель. Лучший в Новоторске. Прошу. Здрасте. Мы приносим свои извинения, у нас ЧП. Небольшая поломка на линии, поэтому воды нет и до завтрашнего утра не будет. Но вы, пожалуйста, не беспокойтесь, у меня все для вас с собой. Также, к сожалению, у нас уже закрыта кухня, но мы можем организовать доставку из загородного ресторана, но ждать придется 2 часа. Нет, это очень долго. Организуйте нам что-нибудь перекусить. Чай, кофе, соки у нас пакетированные. Чай. Будет исполнено. Когда же мы это уже закончим? Ты, конечно, блестяще спасла Жулью от правосудия, молодец. И что теперь? А ты знаешь, что я бы сделал? Знаешь что? Я бы всех под суд. А потом бы уже, конечно, продавать активы, здания и прочее. Зачем под суд-то всех? А куда? Ты понимаешь, что это все исполнители. Знаешь, в 90-х отец создал это дело... С кровью и с обманом. Я попыталась узнать, создала ли его компания за эти годы хоть что-нибудь стоящее. Нет, ничего, вообще ничего. Никому эта компания не принесла ничего хорошего, а отца вообще в могилу свела. Я так рада, что мы это все уничтожили, но вот что теперь? Ты меня спрашиваешь? Тебя. Тебе что, важно мое мнение? Ну, конечно, важно. Ты уже сама все решила.
Ну, ты же понимаешь и знаешь, что твое мнение для меня очень-очень важно. А решила не я, решила Оля. Она решила все за нас всех. Письмо мне написала. Оля? Ну, что она пишет? Хочет устроить защиту бабочек от сачков? Ну, зря ты так. Олька иногда видит ясный смысл там, где мы барахтаемся и не можем принять решение. Оля скоро выйдет замуж. И дальнейшую свою жизнь она пройдет на яхте, на показах мод в Италии, в Милане. Ладно. Не буду тебе ничего говорить, сам все скоро узнаешь. В смысле? Просто у тебя есть какие-то секреты, видимо, от меня? Нет у меня никаких секретов. Ну тогда говори. Вообще. Ну я слушаю. Целуешь, скажу. Серёж. Я тебя еще отвезу в самое лучшее отель мира. С голубыми бассейнами и садами на балконах. Красиво. Красиво говоришь. Жаль только, что у нас с тобой этого никогда не будет. Это ты так сейчас со мной пошутила? Шучу. Привет, я дома. Привет. Проходи. Как ты, устала? Ой, не смог, Валюсь. Сейчас я буду себя кормить обедом. Ты обед приготовил? Ну? О! Как думаешь, Дайке понравится, а? Супер. Ну, конечно, понравится, мне уже нравится. Ну и замечательно. Иди руки мой. Леня, это так вкусно. Ты место еще под плов оставь. Ты еще плов сделал? Я просто не верю своему счастью. Почему? Ну, как-то всегда нам не было. Я сама покупала еду, приносила, сама готовила. Теперь все будет по-другому. Ну, как будет? И теперь дома, что у нас будешь только отдыхать. Да, точно. А ты сейчас расслаблюсь, поверю, а ты потом хоп и станешь другим. Нет, всегда будет. Это прекрасно. Знаешь, хватит с нас уже несчастных, брат. Пусть наш будет счастливым. Подожди, дай мне поесть тобой. Прости. День тяжелый был? Да, очень. Там привезли такого запущенного сложного больного после летучки. Там целый букет. Я не понимаю, почему люди сразу к врачу не идут. Вот они доведут до того, что они ходить уже не могут. Ну, начали как-то поступенчато. Дочка звонит. Да, да, конечно, могу. Привет. Правда? Здорово. А я всегда мечтал, чтобы ты занималась художественной гимнастикой. Я просто тебе не говорил. Ей-богу. Я просто не говорил тебе, просто боялся, что все. Вдруг это не твоя мечта. Хорошо, я привезу. А какой, черный, белый? А размер какой? Ты у мамы спроси. Угу. Я куплю, а завтра тебе с проводником передам. И вечером костюм будет у тебя. Ты будешь чай? Да я приеду. Я приеду. А когда выступление? Я уже волнуюсь. Здорово. Подожди, подожди. Это который с пластинами на зубах такой короля играл. Ну, слушай, ну он, по-моему, не великий. Великий? Круто. Круто. Бусинка, ну ты, главное, не переживай. Все вот ты хочешь, так и будет. Конечно. Ну, папка у тебя есть.